Всем привет! Хотите пройти небольшой тест и узнать, насколько вы пьющий человек? Ну, как бы хотите вы или не хотите, если вы будете смотреть это видео, то сейчас мы это все вместе пройдем. А видео это называется кейс по настройке рекламных кампаний для сомелье. Алкогольная тема, которая, в принципе, пограничная такая в рекламных кампаниях Instagram. За нее очень легко получить бан, страйк и все остальное. Но, тем не менее, объявления проходят, если это все делать грамотно. И сегодня давайте с вами разберем эту тему. Посмотрим на один из таких кейсов. Я включу сразу экран. И давайте начнем с креативов, которые были подготовлены. Первый вот такой креатив. А что ты пьешь по выходным? И мужчина вот такой вот, который смотрит на вино. Второе. Выходные без красного и белого не выходные. Узнай про культуру питья красного и белого. Красно-белый праздник по выходным. И давайте сразу текст почитаем. Текст у нас вот такой вот. Пьющий ли ты человек? Давай пройдем небольшой тест, и ты узнаешь, сколько процентов пьющего в тебе. Все вопросы по 2 балла. Чем больше баллов ты соберешь, тем быстрее нужно начать лечение. Поехали. Да, 2 балла, нет, 0 баллов. Первый вопрос. Каждую пятницу я в говно. Ни одна вечеринка невозможна без алкоголя. Не выпить в субботу с супругой, супругом день прожит зря. Лучший подарок – бутылка к столу. Без алкоголя мир становится немного серее и скучнее. Поздравляю, ты набрал столько-то баллов из 10. Чем ближе к 10, тем быстрее нужно начать лечение, и вино – самое подходящее лекарство. Приходи к нам на курсы сомелье, дегустируй. Становись профессионалом и пей в свое удовольствие. Ну, как вы видите, текст такой, с точки зрения, конечно, правил Facebook и Instagram пограничный. Тем не менее, прошел модерацию и текст, и баннеры вообще без всяких проблем. Не было ни одной блокировки. Все нормально, все работает, все откручивает. И если на первоначальных этапах были какие-то вопросы, а что у нас получится, да вообще мы показываем вот такую рекламу, люди как-то будут реагировать на нее, то, в принципе, результаты получились достаточно хорошие. Давайте мы сейчас их как раз и посмотрим. Всего мы потратили на тест было потрачено в районе $100. Эта реклама еще показывается, идут еще показы. То есть в районе $100 было потрачено, охват 85 тысяч и просмотров целевых страниц 1100. То есть в среднем за просмотр целевой страницы было заплачено 8 центов. Это получается где-то 4,5 рубля. А вот у нас полная статистика по кликам и просмотрам. А оплата за клики у нас получается 4 цента, это где-то 2,5 рубля. То есть вы понимаете, что реклама зашла очень хорошо ее кликают, стоит она недорого. И как оказалось, что эта тема достаточно интересная широкому кругу людей, потому что мы использовали разные аудитории в этих рекламных кампаниях. Давайте еще пробежимся по аудиториям. Всего на $87 у нас было просмотров 1100, кликов 1527. Вот такие были настройки. У нас всего в рекламе было 5 выборок аудитории, была широкая аудитория. Это все и мужчины, и женщины в России, Украине, Казахстане, Белоруссии, возраст 26-46. И здесь были интересы журналистика, качество жизни, личностный рост и пресса. Мы исключали админов страниц и людей, которые взаимодействовали с профилем Instagram. Вторая аудитория была аудитория по интересам виноделия, сомелье, энология, энотека. Тоже админов мы исключали. Третья аудитория – белое вино, красное вино и просто вино. Четвертая аудитория – то же самое, только на английском, плюс добавление винный бар и винный клуб. И пятая аудитория – это были интересы, связанные с дегустациями.
Вот так, друзья, мы получили вот такую вот статистику. Реклама достаточно действительно хорошо зашла. Единственное, что я в прошлом году тоже работал по винной тематике, и было очень много банов объявлений, которых потом приходилось обжаловать. Все из-за того, что, наверное, был указан возраст 25, Facebook часто блокировал объявления, в которых возраст был вот именно 25. Когда начинаешь возраст ставить от 26, то никаких проблем нет. Вот такие результаты получились. Реклама еще продолжает крутиться. Я показываю только те результаты, которые считаю нужным показать. Если у вас есть какие-то вопросы по статистике или вы хотите увидеть что-то дополнительно, пишите, мы это все посмотрим, все увидим. Если кейс вам понравился, то поставьте лайк, подпишитесь на канал. Я всем желаю хорошего дня и успешного продвижения. Всем пока!